Налогоплательщиков ждет нововведение. Со следующего года делать кадастровую оценку недвижимости будет новое учреждение. Оно займется сбором и обработкой информации о землях 5 категорий, включая промышленные, сельскохозяйственные и лесные площади. На основании свежих данных собственникам начислят налоги за 2020 год. Чтобы ускорить процесс пересмотра оценки, владельцы участков смогут сами подать декларацию о характеристиках объектов недвижимости. Эксперты говорят, что теперь процедура станет проще и понятнее, и станет меньше споров по кадастровой стоимости. Проблема в прошлой оценке была то, что меняются исполнители, у них у каждого свой подход, сжатые сроки контрактом определенные, они не могут охватить весь объем информации, собрать все сведения, соответственно, как бы результаты у нас по-разному складывались. Пока нововведение не вступило в силу, собственники оспаривают кадастровую стоимость через специальную комиссию или суд. Ведь часто цифра завышена, и по статистике большинство дел завершается в пользу жителей. В процентах просто могу сказать, что на 12,9% снижена общая стоимость кадастровая. Данная цифра позволяет говорить о том, что та массовая оценка, которая проводилась именно кадастровая, да, ранее, она все-таки приближена к рыночной.